Олег, коллега мой и болельщик на стадионе. Все рассчитывают прежде всего на хорошую качественную игру. Ну и все-таки на обилие голов, поскольку пробил, пусть издалека, атаку до удара обычно постулируют тренеры в таких ситуациях. И опять правый фланг. Посмотри, просто обрати, как активно действует именно правый фланг. Это был седьмой номер. К сожалению, у нас сейчас нет подробной статистики по забитым мячам. Счет открыт. Защитником. В принципе, да, по позиции. Ну, посмотрим. Подача. И судя по эмоциям 95 номера, это похоже на автогол. Защитник становится еще рискованнее, но при этом еще и эффективнее. Потому что опять-таки больше игроков встречают. Но опять-таки, обратите внимание, количественные преимущества, качество игры не особо улучшает. Все равно гости проходят, и техничный сейчас был финт. Прострел. И... 37 номер забивает. Все-таки нападающий Сокола дождался своего шанса, дождался своего гола. И то, как я и говорил, такие нападающие обычно все-таки более его эффективны в игре в одно касание. Вот, нет, вот тебе и 3-5-2. Количество может быть сильнее. К сожалению, это не повлияло на качество игры. Уже можно констатировать победу гостей. Да. Сокол Саратов, Калуга. 3-0. Сокол выходит на отличное первое место. Ждем матчи Торпедо, ждем матчи Металлурга.